Приветствую всех, друзья, с вами Ленкин, мы на DualGap, и сейчас я вам покажу просто невероятное событие, которое вы больше никогда в жизни, наверное, в Supreme Commander не увидите, даже специально не сможете такое повторить. У нас две базы, слева экономист сделал ядерку, она уже выпускается, и она летит прямо по базе противника справа. Но справа есть тоже нюка, и она тоже заряжена, и она тоже сейчас будет выпускаться. Да, конечно, пытается Фландер здесь сделать СМДшку и по фасту ее зарядить. Командир, кстати, уже давным-давно слинял под воду. И видим, что нюка тоже запускается по базе левой команды. И что мы имеем? Две нюки летят в противоположные базы экономистов. И давайте наблюдать, что произойдет. Они летят прямо друг на друга. Серафимская и Кибранская нюки. И они просто попадают в друг друга. Вы просто себе представить это не могли даже, что может такое произойти. И никто не мог в это поверить, что это произошло вообще. Потому что вы даже не сможете в лабораторных условиях это повторить. Никак вообще это невозможно. Я не понимаю, что произошло, но... это все-таки произошло. Вот эти два кибранские серафимские взрывы прямо в небе. Друзья, надеюсь, вам понравился этот момент. Пишите, что думаете, как это возможно. Как это произошло, это баг или фича. Или Крис Тейлор пошутил таким образом над нами. Ставьте лайки, подписывайтесь.